Я немножко заболел, но... Всем привет, с вами Токи, с вами снова Смотра Рейдж, и помнится мне, в одном из предыдущих видео я сказал фразу а-ля «Если на проекте есть хорошая модель приоры, то это уже успех для сервера». Так вот, недавно я загнал свою приору в тюнинг, и, к удивлению для себя, при установке бампера на решетке появляются вспышки ФСО, что делает эту бестию еще более крутембовой. Короче, на фоне этого я решил целиком и полностью посвятить ролик приоре, ну если вы тоже фанатеете от этого ведра с болтами, то залетайте на Смотру Рейдж, ведь на проекте моделька выполнена реально клево, но с промокодом ТОКИ вы получите первые бабки, которые можно будет потратить на покупку прав. Залетай к нам на проект по ссылке в описании. Короче, с вас лайк и подписка, но я желаю вам приятного просмотра. А вот и супер крутая тачка, которая выпадает мне прямо сейчас. Ну что, ребята, поприветствуем Бентли Континенталь. Вы выиграли еще одну попытку. Ребята, мы крутим это колесо и получаем Нихуя. Тачку на халяву. Поприветствуйте ее бурными аплодисментами, чуваки. Встречайте Бентли прямо на ваших экранах. Выиграли 900 тысяч наличными, братан. Сори, конечно, но это тоже нормально. Хорошо, хорошо. Ты на приоре поедешь? Да. Зачем? Потому что надо было, брат. Блядь, нет, он опять меня достал. Кто? Опять да бот этот ебаный. Где ты их находишь, объясни мне? Блядь, вон на меня сейчас еще один бежит, сука. Тварь Ради. Ебаная. Отвали. Садись, погоди, да погоди, я не могу. На нахуй, отъебался отсюда, урод. Да-да-да, ну и спасибо, и сразу же меня надо снести просто. Ты мой трафик сбиваешь меня, мне нужно тебя срочно обогнать. Ну блин, я просто свои обижаю, я клянусь. Ой, меня там что-то обгоняет быстрая тварь, вот он меня, ну я, кажется, понял о чем-то. Фух, было сложно. Раз пошла такая пьянка, я перекрасил приору в черный, то мне в голову пришла одна мысль проверить кое-какую вещь. Сами знаете, дагестанские ученые недавно открыли двери, а также заявили, что белая приора быстрее черной. Заявление спорное, однако давайте проверим его на практике. Как тут включить наш? Извините, говорит. Ну все, пора прощаться с легендой. Да уж, легендой. Все, плюс 120 тысяч. Так, ладно, что, поехали тогда к тебе за этой, за новой машиной. 5 тысяч на пол. Сейчас, погоди, понял. А там вон сзади, лол. Что? Деньги. 5 тысяч на пол. Посмотри, там, кстати, как у бублика. Сука, у меня патрон не было все это время. А я АФК. Ты куда пропал? А. Никуда, я здесь. Да, я вижу. Но, а ну еще раз, сядь там же. Ты у меня пропадаешь, ты у меня под каким-то углом есть, а под каким-то тебя нет. А у меня тоже ты. А ты мне про. А ты. Что? Ладно, да, давай за приорой. Все, покупаю? Да, черт возьми, белую приору. Я купил ее. Поздравляю, бро, я вижу тебя даже. Было очень круто. Тогда едем устанавливать чипы на твою прибору. Ой-ой-ой, ой, как ты делаешь. Слушай, делай вещи, делай. Да я просто повернул. Сейчас я метку поставлю. Я просто первый день в этой игре. Я зажал кнопку сигнала, и у меня теперь кулак просто на руле типа стоит, и я будто бы одной рукой рулю. Ебать, прикольно, слушай. Все, последнее доделываю, сейчас штрихи тупо доделаю сейчас. Да... Это твоя тачка? Угу, это гонка. Давай теперь затюним. Я придумал шутку. Давай. А. А че тебе не смешно? Господи, это самое смешное, что я видел. Ну ладно, я вроде, ну, более-менее сделал. Ты меня чуть не убил, ты в курсе? О нет, пожалуйста, не убивай. Да блядь, не надо, все, прикол затянулся. О, спасибо, ты в курсе, что ты меня хп отрегенил? Че, куда поедем? Ну, можем опять по стандартным, так сказать, заездам, по гоночкам погонять и проверить, чья приора быстрее. Ну... А у нас гонки с трафиком будут? О, кстати, ты хорошо, что сказал об этом. Давай поставим действительно небольшой трафик. Ну, типа процент на 30. Все, готов? Да. Ой, тут мусора, погоня. Ого, я тут шашкую по жестику. Едем, нас даже не сбивают другие чуваки. Потому что я в школу завтра. Извини меня, но на смотре школьников мало, тут все взрослые, состоятельные. Что за дым ты выпускаешь после себя? Я еду сейчас в дым какой-то. Что это? У меня машина... Почему? Что происходит? У меня машина сама по себе взяла и уехала типа в сторону. Ну что, готов проигрывать?
У тебя, кстати, 77 регион, а у меня 88. Это значит, что мы бро? Да, типа 7-7-8-8. 7-8-7-8. Все, пока. Мы же сейчас будем друг другу мешать, типа, если там трафик. Да, 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 только почему-то я еду по полям. А, то есть... Ай, ну что, пацан, видимо, я тебя не по зубам. Ну да, мы это видели на старте. От первого лица кажется, будто бы, я не знаю, я, блядь, на телеге еду, а, настолько медленно все. Я, короче, одной рукой буду вести. Ну просто ты вырвался вперед, потому что... Сильный. Это называется мастерство, пацан. А, нет, погоди, ты сзади, все, не хочу. Я поддавался, просто ехал тут в полусилы. Блин, а знаешь, почему я врезался? Почему? Я забыл монитор включить, прикинь. Я все это время с выключенным монитором ехал. Не судьба тебе, выиграть сегодня. Ебать, что ты перевернулся? Ебать, тут трафика плотно. Блять. И ты всех сбиваешь, они все вылетают от меня. Блять, 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 блять. Нет, ты подожди, тормозни. Ой. Пока, парень, давай. Еще одну? Давай, работаем. Ты нихуя, ты работает. Пока, пацан. Весь трафик меня толкал. Ай, меня бустанул кто-то. Ай, блять. Что это? Я не знаю, я не видел, меня фура вроде как-то ранила. Здесь еще мышка и легче управлять от первого лица. Блять, здесь... Когда едешь. Да сука, здесь столько машин много, я от первого лица... Ну слушай, это на самом деле интересно. То есть, типа... Блять. Добавляет, скажем так... Блять, нет, все неинтересно, это хуйня. Ну да-да, тарань мои машины. Да-да-да. Блять. А ты не хочешь нигде размотаться? У тебя просто 2 километра остается, типа. И не забудь, у меня запись, надо бы, ну, как-то подыграть. Вообще не хочешь? Да. Так. Да блин, ну нафиг он поворачивать начал. Давай третий заезд еще сделаем, короче. Бог любит троицу, да, так сказать. Давай со 100% трафиком. Не-не-не-не-не. У меня бот на встречке. Да-да-да, я вижу. Я тебе специально оставил эту полосу. Так нечестно, ты крыса. Козел. А как здесь ехать? Нет. Да блядь! Чао, пока. Блядь, а как здесь проехать? Это очень сложно. Тебе везет, что я между ряде еду, я как бы не задеваю машины тебе и не создаю дополнительных ДТП. Но я это сейчас исправлю. О, нет! Погоди, стой! Блядь, у меня дверь закрыта. Да сядь на машину, козёл! Блин, да это нечестно. Когда-нибудь мне разонравится Лада Приора, но это уже совсем другая история. Что ж, пацаны и девчонки, если таковые имеются, на сегодня это все. Можете написать в комментариях, кто-то уже захотел купить себе Приору на смотре или уже купил. В любом случае, я благодарю тебя за то, что досмотрел до этого момента. Респект тебе за твой лайк, а также за подписку на канал. Ну а с вами был Таки, всем пока. Нам не выжить без смеха, прям как без русского мата. Мой отец ГГБшник, а моя мать с автоматом. И мои дети солдаты карательных батальонов. А мои братья блестители наших темных районов. Чувства юмора и нет, ведь так бы я давно смеялся над жизненной ситуацией, в которую загнал себя. Нет веревки, пусть тогда меня удушит галстук.